Nokia E50-2. Замена клавиатуры. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia E50-2». В данной модели клавиатура меняется чаще всего по причине износа. Символы и декоративные покрытия недостаточно износостойкие. Меняется она достаточно легко. Клавиатура резиновая и свободно вынимается из специальных пазов. Новая клавиатура вставляется в пазы по креплениям. Все. Клавиатура установлена.